Персональная выставка Алибека Койлакаева открылась в Национальном музее Республики Казахстан. В экспозицию вошли 80 графических листов с портретами исторических персонажей. Они выполнены тушью и представляют посетителям мир знакомых образов. Художник из Дагестана часто бывает в Казахстане. Эта выставка для него особенна тем, что она впервые проходит в главном музее страны. Работы Алибека Койлакаева очень популярны в интернет-пространстве. Его произведения посвящены и глубоким психологическим темам. Зависимость от социальных сетей, человеческие слабости, утрата моральных ценностей. Когда мысли концентрируются, говорит художник, рождается определенная тема. Его произведения, насыщенные символами и знаками, заставляют посетителей разгадывать их как ребусы. Выставка художника в Национальном музее продлится до 15 мая. Среди исторических образов, воплощенных в картинах, у художника есть и свои любимцы. Основной акцент в них он делает на психологическом состоянии героев. Вдохновляет меня в первую очередь это люди, сама жизнь. Ну, в основном это друзья. Первый мотиватор – это моя мама. Остальное, как бы, не остальное, друзья, подвиги друзей, доброта людей, отзывчивость, смелость, храбрость. И в каждой картине я вижу своих друзей.